Добрый день, меня зовут Елена Мозрист, я косметолог компании Джерелия, и сегодня я с огромным удовольствием хочу представить вам нашу новую сыворотку-концентрат для лица «Антикупероз». С огромным удовольствием по двум причинам. Во-первых, мы ее уже достаточно давно ждали, а во-вторых, то, что результат этого ожидания оказался действительно совершенно великолепным, и мы сделали действительно очень хорошую, очень действенную, просто супер сыворотку. Значит, начнем, как обычно, с состава. Вы видите, что очень большой насыщенный комплекс натуральных компонентов. Жирным выделены даже не все суперкомпоненты, но самые супер-суперкомпоненты. Значит, это экстракт центеллы азиатская, о которой я расскажу немножко дальше. Это то, что вообще стоит отдельной истории. Это арника, это конский каштан, это гомомелис, это иглица шиповатая, тоже суперкомпонент. Гинка, белоба, ну тоже суперкомпонент. Зеленый чай, черная смородина, черника, цветы хмеля, корень женьшеня, виноградные косточки, витамин С в своей такой форме аскорбил фосфат магния, то есть будет работать еще и на осветление, помимо укрепления сосудов, рутин, гиалуроновая кислота, швейцарский натуральный комплекс, это комплекс натуральных биофлавоноидов CM-Naringenin-Chalcone, алантоин и бета глюкан. То есть потрясающий совершенно состав, потрясающая совершенно сыворотка, действующая, рабочая, то есть все как нам нужно. Что делать будет эта сыворотка? Если вот так вот в общем глобально, потому что у нее очень-очень много еще всяких мелких деталей, но глобально этот как раз биокомплекс из растений, витаминов и так далее, он нормализует микроциркуляцию, улучшает дренаж, дает хороший, очень хороший противовоспалительный эффект. Все вместе это позволяет вот как раз разгрузить сосуды и значительно уменьшить и проявление сосудистой вот этой сеточки на лице, звездочек на лице, сосудиков видимых. И главное, убрать покраснение кожи, потому что купероз, розация часто сопровождаются либо стойким покраснением кожи, либо вот под влиянием любых раздражающих факторов покраснения кожи. Кроме того, безусловно, вот уже глубже он укрепляет стенки капилляр, нормализует их, она, сыворотка, нормализует их проницаемость, повышает эластичность, работает с сосудами. Стенка сосудов, текучесть крови, обменные процессы в клетках кожи. Все тоже работает на эффект против купероза. Кроме того, она хорошо увлажняет, она хорошо тонизирует, она хорошо укрепляет кожу и предупреждает, отодвигает процессы старения. То есть у нее на самом деле очень-очень много вот таких вот эффектов, среди которых вот самые главные как раз компоненты этих эффектов – это укрепление сосудов, улучшение их вообще состояния, снятие воспаления, снятие покраснения. Как обычно, заглядываем внутрь, как обычно, видим там конкретно натуральные компоненты. Но натуральные компоненты, опять-таки, как работает Джерелия всегда, в современном исполнении, в современных, с использованием суперсовременных технологий. И опять-таки центелла азиатская, суперкомпонент, компонент, который был признан лучшим косметическим ингредиентом 2019 года и сразу говорилось о том, что он продолжит быть суперкомпонентом в 2020 году, что и произошло. Очень хорошо, у него великолепный противовоспалительный, успокаивающий эффект, заживляющий эффект, восстанавливающий эффект. Это великолепное антивозрастное средство, потому что улучшает, усиливает синтез гиалуроновой кислоты и коллагена. Она очень хорошо влияет на сосуды. Укрепляет их, нормализует микроциркуляцию и работает, естественно, опять-таки на снижение проявлений купероза. Кроме того, используется в составе комбинированных средств при розации. Второй тоже суперкомпонент – это иглица шиповатая или рускус. вот тоже работающие очень хорошо именно на сосуды, на укрепление сосудистой стенки, укрепление капилляров, ломкость вот эту капилляров убирающую, улучшение тонуса. И при вот и особенность как раз этой иглицы, что при лечении купероза она не просто помогает уменьшить вот эти видимые проявления, а работает именно вот на причины, на то, чтобы убирать как раз на уровне причин купероз. И еще суперкомпонент – это как раз вот швейцарский комплекс на основе флавоноидов, которые содержатся в кожице цитрусовых, и в томатах. То есть это совершенно натуральный комплекс, но вот он как раз действительно технологичный, инновационный. У него очень хорошее противовоспалительное, противоаллергическое действие. Он уменьшает чувствительность всегда при куперозе, да, повышенная чувствительность кожи, она на все реагирует, она вот то, что часто пишут, очень аллергичная кожа. Как правило, это не аллергичная кожа, это чувствительная кожа. И вот он эту чувствительность успокаивает, уменьшает покраснение кожи, уменьшает проявление купероза. Ну и все остальные компоненты, безусловно, тоже. Значит, здесь в сыворотке очень высокий процент как раз вот центеллы азиатской. Я уже сказала, что она была признана суперингредиентом 2019 года. Совершенно четко эти средства, которые содержат центеллу азиатскую в высоком проценте, называются цикосредства. То есть в данном случае цикосыворотка. Значит, это признано косметологами всего мира и используется действительно это такая вот передовые средства. Почему? Потому что вот помимо того, что центелла, она действительно используется, она и при псориазе используется, в средствах при экземах используется, при дерматитах, при куперозе, при розации. Это еще и очень мощный омолаживающий компонент. Потому что часто купероз – это даже вот не столько отдельная проблема, сколько появляется с возрастом, да, вот не по типу кожи, а больше еще и при проявлении. Ну и в любом случае затормозить старение – это входит в наши цели. Значит, основной компонент уже центеллы самой – это мадикасосид. Он совершенно четко, клинически доказано, что он увеличивает синтез коллагена 1 и 3 типа. Это те типы коллагена, которые именно влияют на молодость кожи, уменьшают глубину морщин, способствуют заживлению и восстановлению кожи. То есть такой действительно растительный, натуральный суперкомпонент. Что касается самой сыворотки. Очень приятная, очень комфортная текстура. Она гелевая, но она более текучая. Наша сыворотка предыдущая антикуперозная была более вот гелевая, более, ну, не то чтобы плотная, нет, но менее вот такая текучая. Здесь вот под пипетку как раз текучая такая структура. Очень комфортно, потому что опять-таки кожа при куперозе, кожа при розации, чувствительная. Иногда даже сам факт геля может вот ее немножечко раздражать. Здесь этого не будет, потому что очень мягкий. Он очень мягкий. Она такого коричневатого цвета, тоже пахнет лекарственными травами. Не содержит вообще масел. То есть это вот такая безмасляная сыворотка. Она очень хорошо подойдет, когда, если ее использовать при розации, которая сопровождается демодекозом, когда жиры не нужно. Не нужно нам кормить демодекса клеща, и мы используем сыворотку. И в таком случае вообще эта сыворотка используется как моносредство, кремом не прикрывается. Если это купероз, если это вот склонность в принципе к покраснениям, чувствительность, то прикрываем сывороточку. Для этого хорошо подойдут кремы либо Ботаника Олива, либо Себаланс для нормальной комбинированной кожи. Очень-очень тоненько наносим. Значит, не содержит, естественно, спирта, без красителей. Это вот ее такой родной цвет. И законсервирована зеленым консервантом, который имеет сертификат ЭКО-СЭР. То есть, опять-таки, сыворотка супер, сыворотка на зависть конкурентам и без возможности сказать, что что-нибудь в ней не так. Значит, какие специальные рекомендации у этой сыворотки? Это чувствительная кожа, это кожа, склонная к покраснению, к такому, знаете, вот застойному покраснению или очень легкому реагированию на покраснением кожи на все. На ветер, на температуру, на еду горячую, вот когда на все реагируется, да. Вот, это купероз, это розация. И для восстановления кожи после агрессивных косметических процедур. Не хочу агрессивных говорить, но вот это после лазерных процедур, после салонных пилингов и так далее. Для восстановления кожи тоже рекомендуем эту сыворотку. Наносится она, как обычно, на предварительно очищенную кожу. Рекомендуем в этом случае наиболее мягкие очищающие средства. В первую очередь это, конечно, гель из серии Рускишна. Значит, после этого тоник. Рекомендуем тонер из серии Себаланс. После этого сывороточка. И в зависимости от того, нужно или не нужно, прикрываем кремом или оставляем как моносредство. Можно здесь, можно без вопросов именно так использовать. Пока промежуток между, после того, как вышла серия с сывороткой из Ботаники Оливы и не вошла еще новая сыворотка, и вот из ВАУ сывороток, она действительно ВАУ, потому что она хорошо быстро работает. Ну, с куперозом же вы понимаете, что сосудами это долго-долго-долго нужно пользоваться. Вот, но ощущения первые, конечно же, сразу. Вот, мы в это время, как вы, многие помнят, рекомендовали сыворотку из нашей антиакнесной серии, сыворотку с азелаиновой кислотой и растительными экстрактами. Здесь тоже можно пользоваться, совмещая две сыворотки. Утром используя вот ВАУ-сыворотку антикуперозную, а вечером используя сыворотку с азелаиновой кислотой. Особенно это касается розации. При ней азелаиновая кислота – один из самых вот рекомендуемых компонентов. Поэтому утром ВАУ, вечером с азелаиновой кислотой. Можно таким вот образом. Очень рекомендую эту сыворотку. Рекомендуйте вы ее, знакомьтесь с ней. Мы дождались. И я предполагаю, что вот результат, он перевершит все очікування. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.